Ваша профессия? Поэт. Как же мне не везет. А как ваша фамилия? Бездомный. А вам что, мои стихи не нравятся? Ужасно не нравятся. А какие вы читали? Да я никаких ваших стихов не читал. Ну а что же вы тогда говорите? Разве я других не читал? Впрочем, разве что чудо. Хорошо. Я готов принять на веру. Хороши ваши стихи или нет, скажите сами. Чудовищно. Не пишите больше. Обещаю.